Видновское отделение общественной организации «Опора России» провело мероприятие для предпринимателей, назвав его «Неделовой форум». И деловая встреча, она всегда важнее. Люди приходят и говорят, а вот мне страшно, а вот здесь вот может быть это. У нас, знаете, бухгалтер, знаете, юрист, да? А вот этот человек такой путь прошел. И в этой живой обстановке люди понимают, что предпринимательство сейчас не так страшно, не так опасно, что мы защищены. В неформальной обстановке представители бизнес-сообщества могли познакомиться друг с другом и рассказать о своих проектах. Например, собравшиеся узнали об одной из шахматных школ города. Мы сегодня представляем мастер-класс по шахматам, рассказываем о пользе, о важности этой игры в развитии детей. И также показываем азы, даем возможность близко познакомиться с игрой и сыграть. Подобные форумы – отличная площадка для рождения новых бизнес-идей, в том числе и у самозанятых граждан. Такие мероприятия объединяют самозанятых и показывают им, что бизнес – это не тяжело. И здесь они также, то есть, могут получить дополнительный, как бы, опыт в развитии бизнеса, получить новые знакомства, как коллаборация, это все, и прорекламировать себя, то есть показать себя и заявить о себе. Анастасия Орловой всего 16 лет, но она уже открыла свое небольшое дело – домашнюю кондитерскую. А чтобы в будущем развиваться как предприниматель, девушка планирует поступать в высшую школу экономики и подкрепить свой талант теоретическими знаниями. Полтора года назад, на свой день рождения, я попросила маму подарить мне курс, вживую мастер-класс по приготовлению тортиков. После этого мне стали поступать заказы, и я начала выходить на какой-то доход. Хотя первое время я работала себе в убыток. В программе форума были лекции и выступления экспертов на актуальные темы, которые помогут грамотно построить свой бизнес. Одно из направлений – юридические вопросы, которые лежат в основе любого успешного проекта. Расскажу про топ-5 юридических ошибок предпринимателей, потому что, к сожалению, не все предприниматели уделяют должного внимания юридической составляющей. Вот как раз я расскажу основные ошибки, которые совершают предприниматели, и почему их важно не совершать, потому что они действительно очень негативно влияют на бизнес и способствуют тому, что бизнес теряет прибыль. Мероприятия «Опора России» разного формата будут продолжаться. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.